здрасте, как говорится. Всем привет. Не сидится на месте, неспокойно сердце охотника. Как же так? День открытия сезона, вечерка, а я не поеду. Часик поспал, после утрянки там просто пообедал дома. Думаю, ну, не спится, в общем. И сейчас решил на то же самое место. Далеко плавать не буду. Объеду сейчас по своим местам, посмотрю, может быть, получится с подходом. Мужики рассказывали, говорят, удалось, и с лодки он утку добыл, поднял и выстрелил. Вот. Ну, попробуем тоже, сейчас может поднимется где-нибудь. Я думаю, сейчас она к вечеру успокоится. Кстати, как я и предрекал, после такого тумана и вот по всем этим, мошкара, по всем таким признакам, жарень сегодня стоит градусов 30, наверное. Я на термометр не смотрел, но около того точно. Прям парилка такая. А на воде сейчас немножко посвежее, тут еще чуть-чуть продувает. В общем, сейчас потихоньку я продвигаюсь. На вечерку я встану, наверное, где-нибудь на косе, в березках, посмотрим, где-нибудь, чтобы вот примерно как тут открытое было. Далеко заплывать не буду. Вот, как я понял, она сейчас на большую воду не идет, вся по кустам сидит. Ну, дальше посмотрим, по мере продвижения буду снимать дальше. Не пуха нам. Все. Я не знаю, ребят, как так она там. Как она так меня проворонила? Ну не знаю, спортивно, не спортивно, но ничего не поделать. Это охота. Это охота с подхода. Все, вроде бы она чистая. Так. Близко подплыл ты вообще. Обалдеть. Она вообще просто сидит, хоть бы хны. Хоть бы хны сидит. Ну, правда, она ко мне задницей сидела. Вот, вот дает, а. Вот уж я не знаю. Ругайте меня, что хотите. Не запрещено вроде, но потом бы она сейчас пошла бы, я бы ее у кустов вот там вот взял, она бы туда бы рухнула и все, я бы потерял бы ее. Уж лучше чисто взять и, как говорится, не греть голову, чем потом искать, добирать ее или там где-то в кустах искать без собаки. Была бы собака, то конечно, нет проблем. А вот это мне интересно, надо же так вот получилось, как. Сейчас я доплыву до нее, она вон еще там трепещется. Сейчас. Ох ты, а попала ты прямо туда, в эту вагонетку. Вагонетку. Сейчас как-нибудь отплывать придется. Аккуратненько. Да, сидела прямо на этой вагонетке, себе пристроилась преспокойно. На меня ноль внимания. Нет, такие, конечно. Опа, да их тут даже две. Обалдеть. Обалдеть, ребят. Это что, получается, я одним выстрелом двух положил? Ха. Нет, у меня, конечно, бывало такое влет, когда прямо такая стая летит, они по две падали. Но вот так вот, чтобы... Это они, оказывается, две сидели. С ума сойти, ребят. О, сразу такой-то... Сразу как бы вечерка пошла, хорошо. Так, теперь как бы мне... Не пропороть лодку. Вот это вот тут опасно. Сейчас буду дотягиваться. Ничего не скажешь. Вот это хороший трофей. По-моему, даже селезень, крикаш. Ладно. Две уточки. Вот так вот. Неожиданно. Совсем неожиданно для меня. Оказались мной добыты. С подхода. Вообще, ну чтобы здесь она сидела, это я, конечно, это что-то с чем-то. Это что-то с чем-то. Ладно, уже неплохо началась эта вечерка. А ведь хотел еще, думал, этот, не ехать. Думал переждать. Да уж, это, конечно, они дают.
две утки сидела, ну, наверное, крикаш и это, и самка. Пара сидела. Приспокойно себе, ничего не подозревая. Главное, я только одну ведь видел. Она, оказывается, этот крикаш, скорее всего, за уткой. Она такая здоровая, жирная. За ней спрятался. Ну дает вообще. Получается так, что дробь пробила и туда добила, до второй. Удивительно. То сутрянки вообще не летает. По кустам прячется вся, лета практически нету. То этот самый по вечерке сидит просто себе спокойно, пара, и в ус не дует. И лодка плывет, я же звук издаю и веслами гребу. Это ж как бы, наверное, слышно должно быть. Или они что, глухонемые совсем? Ну, это, ребят, нонсенс. У меня такое, честно говоря, я такого первый раз, наверное. Чтобы вот так вот, с такого расстояния, это близко, там сколько, метров 30, наверное. Нет, это что-то удивительное с природой происходит. Нет, друзья, посмотрел в бинокль, по берегам вот так вдоль вообще ничего, не сидит она где-то. Скорее всего, там глубже прячется, или вот как вот эти вот, вот эта парочка сидела. Да уж, я что-то такого, конечно, первый раз вообще, наверное. Бывало, что в лед, да, там стая большая летит, там ты стреляешь, там две падают. Бывало такое, но вот так, чтобы они сидели. Все, сейчас я вот так вот косо плыву, посмотрю вот там в бинокль. Потому что вот я смотрю вот так по берегу, вдоль всего вот этого берега, нигде даже намека на утку нет. Вот только эти чонги. Слушайте, чинга вообще, это как бы я всегда считал, ну, что-то типа морская какая-то утка. Может, я ошибаюсь. Я мало вот знаю об этом виде птиц. Знаю, что питаются рыбой, знаю, что мясо у них противное, отдает рыбой. Надо вымачивать долго. Вот. Ну, это как бы, я не знаю, считается, наверное, не совсем трофейный вид. Бить я ее точно не буду. Эту утку, тем более, что она вон плавает, никому не мешает. Сейчас скажете, поди, что эти тоже сидели на вагонетке, не мешали. Не, они как не мешали? Это как раз охотничьи птицы, это самые что ни на есть. А это вообще вон жирная. Дайте-ка еще раз я на нее взгляну. Это вот, слушайте, откормленная жирнейшая утка. Ну, смотрите, обалдеть. Это ж просто с нее жир капает. Нет, этих надо было, конечно, брать. Может быть, там... Нет, ну, подранок. Два подранка. Два подранка, два собрата по несчастью. Не знаю, ребят. Вот что хотите, говорите. Для меня это вот... Это удивительная такая история получилась. В общем, прямо-таки скажем... Совсем необычно. А, вот, во, пять штук полетело. Да. И куда они его? Во, вроде сюда идут. А там мужики все пьяные. Не, за деревья туда пошли. А там вот туда не плавали, не знаете, что там за этими деревьями еще? Ну, топь какая-то, да, там? Туда я не знаю, туда суваться-то смысла вообще, наверное, нет. Да. Вот, а я с утрянки здесь, на вот этом островочке, который слева от вас стоял, и вот, а там вот они, наверное, через метров 20, человек 6, долбили. Да, они пошли за те березы.
Так, да, слушайте. Вот это я хорошо, что пообщался с дядькой. Хороший дядька такой, он с внуком в прошлом году здесь учил его рыбачить. Да, и стаю мы с ним увидели. Вот там вот она прошла за те деревья, вот так обошла. И круг такой. Круг. Сейчас я развернусь. Против солнца, не знаю, там видно нет, вот так вот дальше они. Почему-то, правда, туда 5, а оттуда 3. Может, и разные, может, это и другая утка, но факт, что летает, а куда осаживается? Или так вот сплавать, просто посмотреть, что там заберем. Может быть, туда в березке вообще мне встать? А что, это самое место-то тоже открытое, вроде же она там и летает периодически. Надо пробовать что-то другое, а то в прошлый раз-то я тут стоял, может, оно и неплохо, но я там что, одну утку только добыл? Да, уже, кстати, как раз совсем под конец. Ладно, я сейчас туда вот доплыву, хочу тоже глянуть там. Ух ты, как интересно, а там что за постройка такая появилась? Ну-ка. Блиндажи какие-то. Слушайте, это, наверное, для подсадной. Вот это я не было в прошлом году. Этой конструкции там не было. Это они, значит, поставили. Ну, я точно не помню, чтобы она там была. Да, блиндажи такие эти стоят. Ага, для подсадной, для охоты с подсадными по весне. В основном все выстрелы с утрянки раздавались вот с этой части. Вот с этой вот области. Вся она сидит там. В дикой топе там. В коряжниках, в кустах таких, что не пролезешь. Так, ну что, ребят, доплыл я вот до этих березок. Если там твердая поверхность, в принципе, на вечерку можно остановиться будет и здесь. Потому что прошли они вот так вот, 5 этих штук. Вот мы с дедом этим видели. Прошли они вот так и туда завернули. Значит, сейчас мужики подсказали, говорят, там такие вот заводи, лужицы. Ну, все в кустах, там стрелять смысла нет, не найдешь ее. Значит, сейчас я вам покажу. Если я вот оттуда буду смотреть, здесь обзор просто шикарный. Здесь вот я проплыл вот этот коряжник, и вот он. Солнце будет заходить вот там вот. Вот где-то там. Закат будет, то есть я буду стрелять по контрасту еще. Конечно, против солнца тоже нехорошо, но... О, гусем кто-то манит. Вот, в принципе, вот там вот все это заболочено, туда лучше не бить. Если она будет вот здесь налетать, то можно... Вот, а вот там вот эта коса начинается длинная, вот там канал как раз, и туда уже домой. Вот, так что, наверное, останусь я здесь. Место интересное, мне понравилось. Если сейчас еще твердое будет, то вообще будет шикарно. В принципе, можно и постоять будет, или там на лодочку как-то присесть. Ну, сейчас разберемся. Все, доплыл я, друзья, сюда. В общем, судя по веслам, твердь какая-то есть, но это все очень обманчиво. Это очень обманчиво. Боюсь я сюда пока наступать, может и засосать. Сейчас максимально пробую сюда продвинуться. Все уже, тут уже коряги пошли. Так, лучше, наверное, будет... Сейчас будем прощупывать. Да, здесь такое очень илистое дно. Здесь глубоко, к тому же. Место прямо-таки, скажем, как-то если... Во, где-то нащупал. Да, засасывает она хорошо. По колено. Ну, по колено это нормально. Все, сейчас я... Да, трясина такая прямо. Вот она. Уже стоит только вот чуть-чуть этот самый на опорную переместиться. Все, это уже засосало. Вон, это я уже еле выдергиваю. Тут хорошо еще этот коряжник, он как-то спасает более-менее. Ладно, все, я уже отсюда не пойду никуда.
Так что другого варианта нет. Буду выгружаться на берег. Да, здесь тверденько, хорошо. Вот это, конечно, не веточки. Ну ладно, сейчас, я думаю, мешают, но сейчас я выгружусь, обойду, посмотрю. Так, рюкзак. Все, есть. Лодка. Ну пусть тут она в заводе у нас стоит с вами. Далеко ее не будем. Вот, вот так вот. Сейчас на коленках прямо заползу. Ну вот. Фу-фу-фу, удачно. Ребят, особенно вот те, кто только начинает охотиться, вот таким вот, взяли себе лодочку тоже, уфимку там, волжаночку, вот как у меня маленькую такую. Начинайте по таким местам ездить. Вот не спешите переводить вес на опорную ногу, когда слезаете с лодки. Вообще лучше, конечно, вот скрутить весло и пощупать, хотя вы ничего не поймете. Потому что перевалиться туда и нырнуть там по самое горло, это запросто. Здесь топь. Она начинает засасывать моментально. То есть вот ты постоял на опорной ноге, все, уже ее еле-еле оттуда. Ну вот, сейчас я вот сижу, вот так вот вибрация прям идет по этому островку. То есть все гуляет. Вот предельно аккуратно будьте в этом плане, потому что никакая, ни одна охота, рыбалка или будь то вообще какое-либо путешествие экстремальное не стоит и капли вашего здоровья или вашей жизни, не дай бог. Вот просто маленькая такая ремарка. Так, о, залез я. Так, смотрю-ка, тут норка, наверное, мышиная. Опа. Фуф. Во, слушайте, а тут прямо высоко, твердо, хорошо, я прям счастлив. Единственное, что, конечно, вот эти веточки мне здесь загораживают обзор. Так, получается, у меня вот такая вот стена здесь. И если утка полетит, у меня есть выбор только вот. Только вот так вот стрелять. Это, конечно, не очень хорошо. Сейчас я сюда прогуляюсь. Вот, а здесь, да, как я и предполагал, такие вот заросли. Причем под ноги надо смотреть. Заросли, болото. Здесь такой камыш, вроде тоже тверденько. А можно ж будет, вот здесь тоже хорошо, в принципе, можно ж и сюда будет сесть. Ну-ка, а если сюда спустить, просто тут на солнце сидит. Во, вот тут, тут вообще хорошо, но тут она тебя срисовывать будет. Тут она, засранка, тебя сразу срисует. Ну тут уж выбирать, либо обзор, либо сидеть пока там. Я, наверное, пока там посижу в тенечке. На открытом солнце вообще, ребят, ну невозможно. Все течет уже с меня. 7 потов сошло. Опа, о, какая-то яма. Вот под ноги надо смотреть тоже. Я сейчас не снимал, друзья, вот сейчас включил камеру, специально рассказать. Там два товарища на лодке плавают. Сейчас вот те чонги, которые я говорил, да, мы этот самый с вами определили, что это чонга. Чимга или чинга все-таки? Ну, в общем, смысл понятен. Те утки, которые... которые, кстати, вон плавают, две я отсюда вижу, они не попали, что ли. Вот, я им кричу, говорю, нахрена вам, говорю, чинга нужна? Говорю, из рыбы, говорю, вкуснее. Говорит, проверяем кучность патронов. Ну, вот, ребят, у меня комментариев к этому не будет. Это не охотники, это не охота. Просто так стрелять живую природу, ну... Ну, давайте все, опустим просто эти комментарии. Каждый из нас, из нормальных охотников, понимает, да, что это такое, поэтому не хочу долго на эту тему рассуждать, всем все понятно. Как я понимаю, две этих
Чинги там же так и плавают. Сейчас даже попробую увеличить. Вон они, прекрасно себе и поплыли. То есть кучность патронов у них хреновая, я вам скажу. Да и охотники, они только лишь... Нет, даже охотниками их не назвать. Это стрелки. То и отличает охотников от стрелков. То, что охотник, он бережет природу. Он просто так никогда не будет палить куда-то, по кому-то, почему-то. Нарушать баланс какой-то. Я опускаю это за кадром, ребят. Но вот те, кто, ребята, особенно, если вы только начинаете охотиться, пожалуйста, учтите этот момент, что вы здесь гость. Мы приходим сюда в гости. И вести надо себя подобающе. Я надеюсь искренне, что вот меня смотрят и на мой канал подписаны только те ребята, которые не стрелки, а именно охотники. Вот. И очень искренне также желаю вам нормальных охотничьих трофеев. Никогда не стреляйте просто так. Вот просто так куда-то там, по какой-то утке или там, не знаю, виду птицы, дичи, которую вы никогда не будете кушать. Шансов мало, прямо-таки скажем, друзья. Тут, в принципе, как на Утрянке, народу столько же, никто особо... Нет, ну те, кто приезжали, уехали, может быть, а так те в лагерях стоят, они так и остались. Так что... Тут история такая. Вот, друзья, время, в принципе, 8:30 вечера. Солнышко уже у нас зашло практически. Вот такой вот красивый закат, оранжево-розовый. Единственное, вот только сейчас выстрел, пока не стреляют, утка пока не полетела еще. Я думаю, что полетит она вообще затемно. Так что надеяться там на какую-то съемку, наверное, не придется, но ничего страшного. Полетит, не полетит, неизвестно. Может быть, конечно, будет лучше, чем с Утрянки. Посмотрим, но я не загадываю, не берусь вообще сейчас ничего предсказывать, как говорится. Сижу, вот, сидел вообще в тени вот этой березы, сдвоенной, красивой. Сзади такой... Ну, там болото все это. Такой камышовник. Мужики покрякивают там, поманивают. Тишина. Вот единственное, сейчас был выстрел, и все, собственно, на этом. Да, ну это точно они подбили. Нет. Мат пошел. Да, ну тут не видно, конечно. Куда пошла? Туда, скорее всего, куда-то полетела, да. Вот это открытие, это такие вот пару дней, которые, на которые народ приезжает развлекаться. А я охотиться.
другой стороны, потом вот ее за эти несколько дней вот выходных настигают хорошенько. К ней, во-первых, уже будет не подойти, вот сейчас, как я к этим подошел. Вот, она будет очень осторожной. Охота станет более сложная, но она тем и интереснее, в принципе. Ух ты! Дробь сюда почти достал. Тут что-то уже все, наверное, он взял. Сюда-то не пошло ничего. Где-то крылья я слышу, а где? А, вон она, вот далеко как от меня. Сейчас она туда зайдет, да. Вот она очень далеко, одиночка. Вдоль, вот там пошла, вдоль этих, вдоль той косы. Вот она летит. Нет, далеко. Далеко, да и не в мою немножко сторону. Ну ладно, хоть выстрелил. Я так, для проформы, ребят, выстрелил. Такая это утка. Довольно, кстати, крупная. Ну что, друзья, практически вообще стемнело. Время 9:30. Я думаю, что вот на этом вечерка-то и закончилась, собственно. Все, тут уже мало что становится видным. Летают поодиночке. Стреляют так же само, в принципе, как и сутрянки, но с более меньшей периодичностью, более реже стреляют, чем на утрянке. Стреляют так же из 100 зарядных ружей. Вот. Я буду сворачиваться потихоньку, потому что мне еще надо, еще и предстоит выплыть из этого болота по коряжнику, пройти через этот коряжник и дальше вот туда, по каналу до стояночки. Так что все, друзья, вот такая получилась вечерка, честно скажу, необычная. Я опять же уезжаю не пустой, чему в очередной раз благодарен природе, что подарила мне тоже возможность поохотиться, добыть дичь. Всем, друзья, спасибо, что смотрели. Опять же, ни пуха вам всем, ни пера. Шикарных вам утрянок и вечерок. Вот. Большущей удачи и ждите. Ждите новую. Нас ждет с вами новая охотничья карта.